Гарри, так один? А здорово было бы вместе любоваться Сакурой и через год. Вечером в зале ожидания. Одному гулять одиноко, правда? Все эти годы я бежал вперед, хотел обрести что-то важное, что-то недостижимое. И однажды утром я с ужасом осознал то, что до сих пор не мог принять. Мне стало ясно, сколь много я утратил, и я понял, что стою на краю пропасти.